На базе трудовской школы Симферопольского района прошла торжественная церемония приема детей в ряды детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». В рамках мероприятия курсанты военного учебного центра Крымского федерального университета в торжественной обстановке вынесли флаг Российской Федерации и общественного движения «Юнармия». В соответствии с порядком действия по приему в движение «Юнармия» и созданию юнармейских отрядов в школе открылся юнармейский 5 А-класс. Я сейчас поступила в кадетский класс и в будущем тоже. Новоиспеченные юнармейцы приняли клятву, а почетные гости мероприятия поучаствовали в церемонии вручения символа юнармейского братства – красного нагрудного знака. Ребят, вы лучшие. Несите это в себе, в сердце и на ваших погонах. Желаю вам успеха, удачи в достижении поставленных целей. И надеюсь, еще не раз мы встретимся с вами на соревнованиях, где вы покажете свой высокий уровень подготовки. И получать будете награды, кубки, знамена. Так держать и в добрый путь. В Крымском федеральном университете патриотическому воспитанию молодежи уделяют особое внимание. В ВУЗе работает военный учебный центр, курсанты которого могут пройти военную подготовку и получить воинское звание. Патриотизм нужно прививать детям с самого детства. И вот начальная школа и старшая школа, начальные классы – это самое, наверное, тот возраст, который впитывает как губка. Мероприятие способствует привитию патриотических качеств обучающимся школ и популяризации военного обучения в военном учебном центре. Каролина Лазарева, Сергей Мельник, пресс-служба Крымского федерального университета.